герой Советского Союза. Мартынов Иван Степанович родился 20 января 1925 года в деревне Некрасовка Купинского района Новосибирской области. В 1940 году окончил Некрасовскую семилетнюю школу с похвальной грамотой. После окончания школы работал в колхозе учетчиком. В армии с 1943 года был направлен в Кемеровское военно-пехотное училище. В связи с усложнившейся обстановкой на фронте курсанты училища были направлены на передовую без присвоения воинского звания в августе 1943 года. Красноармеец Мартынов стал стрелком 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. 23 сентября 1943 года гвардии рядовой Мартынов со взводом форсировал реку Днепр и первым захватил вражеский корабль. Вместе с кораблем была захвачена баржа с военно-инженерным имуществом, станковый пулемет и миномет, а также пленены несколько немцев. За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, а также за захват вражеского судна, гвардии рядовому Мартынову Ивану Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, Иван Степанович не узнал, что стал героем, потому что именно в этот же день, 13 октября 1943 года, он погиб в боях за правобережную Украину. Именем героя названа улица в городе Купино Новосибирской области. В городе Новосибирске имя героя увековечено на аллее героев у монумента славы.